хочу, будут трупы. This will be a volley fire, one crashing volley, hopefully. Volley fire, please! Ополчение милиции. Она говорит, что никогда не было войны, а здесь не было выстрелов пушки в военных целях. Всегда здесь был мир, а стреляли только русские для развлечения. Они делали это часто. Русские любили развлекаться. Особенно как выбьют, да? И давай индейцев пугать, да? А он, извините, мэр, вы не знаете, губернатор края, или он мэр города? Губернатор Вологда, да. Вологда. Губернатор Вологда. Кто-то понимает. А зовут его Олег Кувшинников. Олег Кувшинников. Так, один, я знаю, что в черном, это посол, так? Это другой посол, только один посол США в Москве, который в коричневом, бывший, Байерли, а это нынешний посол России. Окей. Знаете, что у него отец? Так, и губернатор. Это телохранители, я так понимаю, с ним, да?
Нет, нет, это профессор Института всеобщей истории. Как бомбанет.